домыслов, каких-то, так сказать, и так далее, и так далее. Читая Солженицына, складывается впечатление, что вообще репрессиям подверглись только невинные люди. Вот я даже спрашивал, вот говорю, а вы помните, за что сидел Иван Денисович? Вот просто на засыпку спрашивал. Никто не помнит. Он говорит, ну нет, его несправедливо посадили, он по ошибке сидел. Я говорю, он дезертир. Это интересная вещь. Ведь о том, что статистика, конечно, чудовищна по отношению к ГУЛАГу, но, к сожалению, наука, она, статистика, она и смертей касается, и всего-навсего, и всего остального. Вот статистика ГУЛАГа о том, что, конечно, заключенных было гораздо меньше, никакие не 70 миллионов, речь идет, так скажем, ГУЛАГ в самый свой, так сказать, страшный период, середины 30-х.